Поехали. Ну, суть-то гола. Что? Этот, получается, ревка, этот холодильник, автобус Хайс. Человек уехали сюда, вернее, автомобиль уехали. Взад поддали немножко. Смяли дверь. У него дверь была грузопассажирская. Грузовая была дверь, без стекла, железная, но термос идет. Термос полностью. Он поставил с пассажирского. И сейчас, а раньше у него закрывалось просто с ключом, ну, от ключа, да? Так как дверь другая, ключ не подходит, личинка, ну, личинку, он дверь, по-моему, даже, не знаю, сколько это было смято. Попросил подключить габариты сюда, у него не было габаритов, были только здесь. Ну, тут как бы есть что, супер кустер. Сюда подключим габариты, подсветку надо подключить. И сделать, чтобы с центрального замка управлялся, то есть закрытие было сзади двери. Тут какие-то бардак, вот тут же Хайс мог такой. Полноценно навороченный, который с электроникой. Тут и блочок стоит, там какой-то и. Короче, сейчас вот разобраться мне вот в этих вот. С той стороны есть, и с этой. Ну, замок нашел центральный, но так как длина длинная, сечение провода, это Толян делал, сечение провода не хватает. Я кидаю дублирующий провод. И в итоге кинул дублирующий провод, тоже не работает замок. Он дергается, попытка вот есть замка. То есть он тык-тык-тык. Короче, не хватает. Помазал ВДшкой, щелк-щелк, заработал, все. Короче, была грязь, просто тугой был замок. Но и все равно кидаю дублирующий провод, кабельный канал весь вот мы протянули туда в кабину. Сейчас его прокину, потом буду подставлять уже габариты. Как бы и все, что, в принципе, миссия как бы вроде как легкая, но на самом деле работа до хера. Вот здесь все на клепках, то есть все клепки высверливались, каждый из них все это высверливалось. Чтобы это все добраться, здесь как бы, ну, все идет под термосом, внутри вся проводка. И потом опять все брали клепальник и заклепывали. Как бы то, что вот добраться, то, что машина грузовая, проблема. И там, ну, и как бы во всех грузовиках, во всех этих вот микриках, тоже спереди там тоже. Работать себя боком, лежачи там, все как бы. Как бы, ну, ничего, сейчас вот попробую сделать. Здесь вот что, здесь канал крышку вкрыл, здесь в гофре. Ну, сейчас что-то как-то противно подвяжу. Здесь нашли отверстие, здесь что-то было, какая-то трубка раньше. Потом здесь разбирается, все это разбирается, протягивается. Вот такая вот работа, короче. Чтобы все это делалось, работало, и человек был доволен, сейчас будем дальше делать. Так, всем привет, девчонки, всех с праздником, всех с 8 марта, своих девчонок мы поздравили, вот решили немного собраться в гараже, я тут сегодня за старшего, посидим, подегустируем, проведем профилактику против коронавируса, этим средством мы уже такое брали. Батареек, давай, снимай. Кто говорит? Серый подскочил, сейчас что, видео запилим там про батарейки. Ну я в честь праздника можно бутылочку открою? Вот я уже закинул. Помешать надо. Помешать. Какой-то говяжий. Ну попробуй, что там за вкус. Вкус? Ну сам бахнул. Ты все туда высыпал? Да, всю пачку. Там хватит? Килограмм? Хватит. Сейчас присядем, посидим. Потарахтим и видосик снимем. Возможно, даже сегодня выложу, что внутри батареек. Возможно, по времени просто не сильно длинный получится, то сегодня скинем. Так, ребята, сегодня собрались в гараже. Многие из нас с вами пользуются вот такими вот, к примеру, налобными фонариками. Умное устройство. Мы заказывали с Алиэкспресса все. Вот этот фонарик я тоже заказал с Алиэкспресса. И почему собрались? Как бы в чем причина была? То есть все батарейки на разных устройствах держат по-разному. Причина была 8 марта. Ну да, и сегодня, кстати, 8 марта, я уже там вступление сделал, девчонки, всех с праздником. То есть как-то Серега, ну не то чтобы поспорили, то есть получается с этой стороны батарейки, которые использует он, тоже в разных устройствах. Вот эти вот батарейки вот идут у меня с фонариком, вот эта шла, получается, с налобным фонариком. Весы есть. То есть тоже обзавелись таким делом, вот решили взвесить. Получается, ну, в среднем батарейка. Эй, неровно опять. Сейчас бросим. Вот.
О. То есть получается, вот, допустим, фонарики, которые я использую на лобном, вес составляет 29 грамм. Это дешманская серия, дешманская самая. Да, вот это же по весу, сам чувствую, тяжелее. 36 грамм. Потом, начнем, допустим, вот Серегина. Самая легкая, 25 грамм. С нее и начнем, да? Мы, кстати, сейчас решили распилить и посмотреть, что идет внутри. Вот это тоже такая вес чувствуется, 47 грамм. 47-48 грамм. Ну, это такая же, наверное. Тяжелее твои, да? 48, да, вот эти потяжелее. И получается еще одна батарейка. Это Samsung оригинальный. 40 грамм. С ноутбука. И, ну, как бы емкость у них, типа, якобы у всех заявлена одинаковая. А, нет, 9900. А там что? Так. 3300. Ну, это еще правда. Ну, вот они идут 18650, то есть 3000 миллиампер. Просто решили посмотреть, что в этих батарейках идет внутри. Вот тут вообще 7800 написано. То есть якобы в два раза больше, там, хотя вес не сильно отличается. А это так, они пишут. Сейчас, в общем, произведем вскрытие и посмотрим, что внутри. Сергей приступает. Да, в принципе, что, да, как бы вот эти вот дешманские батарейки, вот эти дешманские, там 9900 миллиампер, там 7, ну то есть это просто, как бы сказать, пиздюш. Они продаются обычно в фонариках, идут в комплекте. Пока они новые, ну, минут 15 она работает, потом начинает затухать. То есть здесь принцип обычный, это электролит. Сейчас вот распилю ее, как бы, обычный электролит, то есть конденсатор, типа такого. Там какая-то, может, стоит система, это контроллер какой-то, может быть, я сейчас увижу, посмотрим, разберем. То есть эти батарейки, самые дешманские, по 100 рублей, они как бы так, примитивные, ну, что там где-то, подсветить там на пару минут. Вот эти уже я выписал с Алиэкспресса, она стоит на сайте, по-моему, 260 рублей одна батареечка. Это реально, это идут, получается, так же, вот как вот у меня в ноутбуке Samsung, вылетела батарея, три элемента из них вылетело, там, по-моему, штук 6 стоял, да, 6, по-моему, да. И это вот также вот продаются для компьютера, то есть также под спайку. И они тяжелые, она даже тяжелее, чем родная. И вот эти батареечки, вот в этом фонарике, мне хватает на весь день. Вот реально я могу полдня ходить, не выключать его, он, все, их, вот эта тема нормальная, рабочая. Также вот этот Samsung, этот принцип тот же, наверное, как и здесь. То есть хочу тоже вскрыть самсунговскую батарейку, посмотреть, чем отличается от этой. Эту я уже вскрывал, бумага, фольга, там что-то там, какая-то там реагенты, кислота какая-то, щелочь, соль, я не знаю, что-то, соляная, наверное. Посмотреть, что в этих находится. То есть они тоже, вот эти тоже работают долго, у меня от Samsung там осталось 3 штуки рабочих, тоже как бы как эти работают. Ну, чуть меньше, конечно, эти дольше. Это фирма, по-моему, Litocala, по-моему, да. Да, я брал у них зарядное устройство, умное, это такое цифровое, прикольное, которое определяет тип элемента, вольтаж, там, заряд, все. Сама контролирует полностью всю работу цикла заряда. Что, попробуем сейчас разобрать. Ну, вот Дмитрий брал этот фонарик, у него тоже попались такие, ну, серии, как бы, не такие прям тяжелые, дорогие, но более-менее лучше, чем вот эти. Кстати, китаец предлагает продать, ну, есть по 100 рублей, а есть, говорит, по 200 рублей. Возможно, эти батарейки, то есть с той серии, которая по 200 рублей. Есть тоже в продаже, то есть лучше, кто-то, если покупает фонарики, от этого говна избавляйтесь, ну, как запас, берите там, в туалет сходи, допустим, где-то в природе там. А лучше берите такие подороже. Давай уже не томи, взрывай. Ладно, что, с чего начнем-то? С головы, с плюса, с минуса? Да пополам. Давай, наверное, я хочу попробовать вот. Вот эту часть разобрать, посмотреть, есть ли там контроллер какой-нибудь. Ну, здесь по-любому есть, наверное, да? Хотя в самсунговских, может быть, там у них уже своя система стоит, общий контроллер. Так, эти у нас убирать, дабы их не распилить, чтобы потом их... Это, мои, главное, не пока еще, ну, но они еще так. Минут 15, по-моему, и все. Да, я особо не пользуюсь, как бы, много. Ну, что, берем пока ножовочку и мне будем хватает. Сейчас. Сергей по работе вынужден постоянно не пользоваться. Капсулу. О, видишь, искра пошла. Хотя она это... А, значит, может загореться. Она все, она как бы у нее задушен контроллер, по-моему. Потому что вставляешь зарядку, ничего не определяется, не видит ее, просто по нулям, без никаких действий. Сейчас надпилю, пошла искра. Кстати, можно сейчас, если там что-то есть, может загореться. Загорается вообще, будь здоров. Вот именно вот эти вот. Ну, если что, загорится, открутим, на пол бросим ее. Я думал, она все уже конченая, оказывается, еще что-то есть в ней. Блин, ну-ка, давай очки там сейчас. Ну, вон, они же бывают стреляют, там взрывают. Что, убегать, что ли? Сверху летят, по-моему. Где вот эти? Что-то я очкую, ребята.
Чисто, может, надо было загуглить, посмотреть, правда, этого. А вот они взрываются, мое, как начнут гореть там, как этот. Так надо, ну, что, огнетушитель нести? Ну, принеси на всякий случай, давай, тащи огнетушитель, вдруг что-то здесь сейчас. Главное, спичку будет. О, видал искра, летит? Видал искра? Но вот здесь какой-то уже порошок проявляется. То есть, как вот в этих порошках никакого нет, там просто бумага, фольга там. Здесь какой-то порошок. И искра, главное, есть. В тех батарейках никаких, никакой искры не возникает. Просто я их бокорезами разрезал, пилил там. Ну, вроде бы как бы чуть-чуть искрануло. Что с чем искрило, не могу понять. Что с чем искрило... Опа, она начала греться, короче, она горячая. Она горячая, вообще прям раскалённая. А, нафига она горячая, потрогай. Да ладно. Серьезно говорю. Так она что-то, значит, замкнула ее? Ладно, ну, нагрелась. А? Ну, нагрелась, хорошо. Короче, не повторяйте это, нахуй. Мы сами не знаем, что из этого выйдет сейчас. Ох, нихера она нагрелась, вообще сильно. Она ничего не рванет там? Бьет, куда узнал, чтобы подальше ты думал. Короче, у нее аж на пленку уже плавится начинает. Ты что, ты же затеяла тут? Ну это литиевая батарея, ух ты. Слушай, она вообще горячущая, она не взорвется. Давай паузу пока ставь. Короче, туму пока убрали, она шипит, и она раскаленная, одна уже все там бурлит, шипит, пусть пока разряжается. Я думал, она как бы дохлая, но на самом деле она живая. А это четвертая? Это, она у этой полный заряд показывает, но это батарея, как бы я говорю, как конденсатор. Ну и пилоты, было болгарку заводить. Ну тут можно, можно и заболгарить. Тут никаких искр не летит, ничего не искрит. А, блин. Да, нет, и сильнее ее. Сейчас. Я сейчас, наверное, полностью отпилю эту систему. Так. Что там? А, вот, смотрите-ка, сейчас. Ну-ка. А, ну нет, здесь никакого контроллера я не вижу. Просто вот этот... Ты ближе к камеру. Фольга передает контакт. Вот эту вот сейчас вот вытрясти тут вот. А есть какая-то отвертка плоская? Вот, слушай, действительно, вот. Не, ну так, конечно, батарейка мощная. С такой внизу мерзнешь. Вот эту вот систему надо... А, ну она болтается. Болтается. Сейчас... Может, ее попробуем сейчас. Вот она, про что я говорил. Блин, показывай. Так, вот сюда, да? Ну-ка. Я отпилил. Еще прямо ближе. То есть... А далековато. Вот, сейчас это поставь. Это, ничего, пауза. Да ничего. Потому что там сейчас выйду... А, обычным скотчем, ребят. Обычный китайский скотч. Ну, ладно, сейчас попробую ее это... Видно, что вручную заляпывают скотчем. Это, получается, изолирует... На корпус. Так, а как они изолируют? Она получается... Фу, ну воняет кислотой где-то, да. Такая щелочка какая-то здесь, что ли. Короче, воняет. Обычным скотчем изолирует дешманскую батарейку. Вонище, конечно, да, такой. Ребят, не повторяйте. Фу, какая-то едкая такая. Такой едкий запах. Да и ладно, что, мы торопимся, что ли? О, нифига себе. Кипяток, да? Ну, еще до сих пор горячий, ёбаный. Она еще там разряжается. Я смотрю, нет, тут какой-то, как говорят, контроллер там какой-то. Здесь такого я не вижу. О, ну, дым пошел. Надымилось. Ну да, если показываю, когда... на камеру ничего не видно. Когда реакция идет, вот, то есть... О, видели, там что-то здесь искрит даже. О. Ёбаный, брат. Что-то еще и искрит. Фу, короче, не видно? Стоит, да? Не стоит этого повторять. Ты... Фу, фу, фу. Увидали? Увидали? Искра. Ну что, короче, какая-то такая система. Да, пропитанная она вот эта вот бумага. Черный этот вот, какой-то порошок такой непонятный. Что это такое? И сейчас он будет греться. Фу. Воняет. Что, пока гасим. Пока гасим. Тупо дождем, не знаю, сейчас она получается это. Полежит, остынет. На всякий случай, там где душитель, если что есть, вот, пацаны подготовленные.
Чуть себе запах выкидываю на улицу. Поехали. Вот здесь, в этой дешевке, вот две таких черных ленты. Одна из них, видно, медная, а одна из них вот такая, как цинковая какая-то. Ну, скорее всего, наверное, цинковая, да. И этот... Изолятор. Изолятор находится. И все это в каком-то электролите. Но сейчас, она сейчас подсохшая. Но я разбирал новую, она была мокрая. То есть, пока вот этот электролит еще есть, она и батарейка как бы более-менее работает. Как такой идет истощение, испарение, куда он девается, ну... Ну, идет, короче, реагирует. Да, медная и цинковая, скорее всего, да, как вот батарейка. Обычная батарейка, да. Ну все, она остыла, как бы, потому что мы ее топором разгубили, мучиться не стали. В этой батарейке, короче, прям бурлила кислота или что там, не знаю, что внутри. В принципе, не читал, какой здесь. Здесь более плотный материал, более качественный, он более тяжелый. Здесь много витков, и видно, что сделано совсем по-другому, не как в тех дешевых. То есть, если видно, то видно здесь, видно, что он прям... Много слоев, ну, в принципе, по-моему, такой же, как там. Также смотрим на эту вот катушечка такая же. Получается, тоже надо. Ну, более дорогие материалы, что видно, что более толще медь идет сама, да, тут более такая, более дорогая. Ну, реально тут запас энергии в ней гигантский, что на ней можно было яйца жарить. Это точно. Короче, запах вонючий, мы тут провонялись. Вот та первая батарейка, которую разобрали. Вроде бы все раскрутили, эти ленточки, я бросил в мусорное ведро, там где лежали пакеты, бутылки пластмассовые. И дым пошел. Короче, там какой-то прошел процесс реакции, она начала, приплавила к этому пакету, пакет расплавился весь. Короче, опасно, еще может загореться. Ну и опять же, в перчатках. Что ну есть? Что-то, не повторяйте наш опыт, да? Тут есть электролит, как бы, да. Он шипел, бурлил. Вот видео посмотрели. Даже вот написано, Samsung, вот. Ознакомились. Samsung. Лампа засвечивает. Причем батарея была, она не звонилась и не было напряжения. То есть она все, две штуки такие были мертвые. Но она заряженная полностью, сука. Она лежала уже больше года в гараже, больше. 2 года лежала. Просто я хотел выкинуть, сейчас вот пилить она, блядь, задымилась, нагрелась, как плитка, как микроволновка, блядь. Короче, что, считай эксперимент, прошел. Ну что, дешевая отличается тем, что здесь более все дешевое, более все тоненькое и... Маленькая, здесь более плотная, здесь более видно, что дорогие материалы. Ну это ж ноутбук, ёпт твой. Ну, да. Не фонарик. Всем спасибо за приятного вечера.